Приветствую вас, дорогие наши зрители, Кайнозойская эра. Это реалистичная игра на выживание животных, действия, которые происходят во время подъема млекопитающих. Возьмите под контроль множество животных, боритесь за выживание среди других игроков, чтобы достичь вершины пищевой цепочки. Кто-то много захитил, кто-то обосрал, а кто-то и порадовался. Игрушка абсолютно бесплатная. ММО против по сети, кооператив и присутствуют также покупки. Ну, покупки, скорее всего, связаны с кастомизацией. Ну что, предлагаю продолжить. Вышла она, кстати, 20 января 2023 года. Ну что ж, погнали. Так, что у нас по настройкам? Средние, высокие. Предлагаю все полностью на высокое поставить. Вот так вот. Так, люмен. Так, поиск сервера. DLC. DLC закроем, ладно. Так, небула. Вот, есть. А, вот, 2060 Элира. Давай сюда подключимся. Надеюсь, будет такая возможность. Хотите ощутить настоящий дух соперничества? Проверить свою реакцию? Провести слаженные командные действия, чтобы победить? Тогда это моба-игра для вас. Теодар – российская игра в жанре 3D моба, вобравшая все лучшие механики зарубежных аналогов. Множество разнообразных игровых режимов позволяет объединить от 2 до 24 игроков на локации одновременно. Здесь есть где разгуляться для прокачки и изучения красивейших игровых просторов. В бою используется система без прямого выделения объекта мышью non-target, эпичное сражение, осада замков, разнообразные истории, персонажи, множество типов брони и оружия. Так, первый слот. А где здесь создание кошки и Хирошки? Купить больше слотов? Ну, давай создадим. Так, правила. Да, блядь, какой присоединиться в Дискорд? Все, закрываем. Так, ну давай, я хочу быть игроком Грызли Мишка, Черный Медведь, Грей Волк, Фокс. Ну, давай, допустим... Ну и чё? Допустим, назад. Ну. Бакер. Ну, допустим. А как начать-то, ёпта, объясните мне. Ну. Назад. Всё? Типа я выбрал уже или как? Ага, хрен тебе нарыло. Как начать-то, ёпта? Вот я хочу здесь больше людей и хочу сюда подсоединиться. Как это сделать? Ну... Слот один. Создать. Welcome. Добро пожаловать. Ну. Допустим. Давай хер с ним. То есть как выбрать-то? Объясните мне. Определиться как. Ёб твою мать. Здесь вот как это... Вот как догадаться, что нужно просто клацать? Просто клацать, клацать и клацать. Бля, я худею. Ну, скин, помогите, кто из мира вылезти. То есть играет, в принципе, смотрите, русские. У нас побитый, покусанный. Как восстановиться, как что делать? За нами сейчас будет охота идти, да, я так понял? Давай пожрем. Вон там какой-то ягненок. Котенок. Носится. Лису не видела сейчас.
Так, понятно. Так, а если, допустим, это... А, ну это просто анимация на еду. А как подхилиться? Нету что-то ни туториала, ничего, как, что и почему. По горам тоже могу скакать? А, сразу багуется, я понял. Температура 18 градусов. Можешь помыться? Где-нибудь есть речка здесь? Кустарников много. Но он их не ест просто. Не, он как бы ест, но как бы типа не ест. Весь в крови и сердечко херачит. А типа стамина, все, я понял. А, жрачка прибавляется, значит пойдем попьем, в принципе. Вот это кто такой? Че за пиздюк? Тоже побитый. Бля, где вода-то? Йоу, в доме мать. А, кусучее говно. А я почему ему не могу в ответ дать, ударить? А как? Что делать-то, блять, а? Выживание. Почему нет не туториал определенно? Смотри, кровище теперь хлещет. А что, я смогу упасть отсюда и живой буду? Бля. Я худею. Понятно. Нам типа нужно выжить, да? Но мы сейчас попробуем создать атакующие. Так, волчар возьмем. Вот видишь, то есть вот так, вот так. И... Ну, давай пятая локация, допустим. Но этот хоть кусает, левая кнопка мыши. Но этому нужно добыча. Мясо жрать. Вау, сквозь текстуру прошел камня. Неплохо. Оба, еще разок. Вот это я поднимаю. О, бля. Никаких преград не нужно нам. Джунгли и волки, блять, очень странно. Почему вопрос такой все огромный, а эти все такие маленькие? Нам нужно, короче, получается, жрать постоянно. Жрать, жрать, жрать. Давай попьем. Че, пьет? Прибавилось? Помыться можно? Нормально. Но анимация хорошо на плавание, допустим, у них сделано нормально, так качественно. Как здесь? Есть какой-то инстинкт, нюх? Как что врубать-то? Есть что по настройкам? E, G, Q, Reset, сцена, пробел. Пауза, чатбокс, атака. Ни хрена тут нету. Смотри, такой после воды так медленно идет. Че бы сожрать кого-нибудь? Блять, сквозь камни, коллизии камней нету. Вот эти, смотри, ветки такие здоровые. Почему? Это как-то, ну, не особо сильно учли. Вот я вот, допустим, вот так бегу. И даже понятия не имею, где какой-то барашек, которого можно сожрать. Вообще не понимаю. Так, вон там. Вот, нюх есть. Водичка. Значит, R врубает режим волчары. Смотри, здесь тоже пройдет через камень? Ага, нет, большие камни не проходят. Бля-ля. Жертва есть? Нет вообще никого.
следы волка. Ну. Идешь, блядь, сквозь камни пробегаешь. Не, даже дерево тоже можно пробежать. Так, здесь тоже питье. А где жрачка-то, ёпта? Кого нам найти-то? Где хоть одна жертва? Ну, лайна нету, когда, видимо, вообще жопа. Херче найдешь. Вот так еще бегаешь, ладно. А когда ты... О, прикольная камера. За этим. За мордой, короче. Поглядывает. Тоже питье. Дайте хоть одного сожрать, а. Так, давайте попробуем качество поднять. На ультра. Посмотрим. Иллюмин, включим свет. Посмотрим, как это будет отобразиться у нас. Ну, типа такой покоцанный, но по сути графа вообще не поменялась. Практически. Чуть-чуть стало почетче, но практически ничего не поменялось. Угу. Да нету никого, блядь. Куда бежать-то? Рядом с водой жить. Так а жрать что? Жрачки-то нету. Вот в чем проблема. Люди чем что-то пишут, ну как бы, ну, понятно. Под землю такой еще провалится. Ладно, что еще маленький, так еще и под землю проваливается. Я теперь понимаю, почему в принципе присутствует какой-то неопределенный хит для данной игры. Во-первых, отсутствие онлайна. Вот почему вот анимация бега тоже вот. Сбоку смотришь нормально, а сзади смотришь, как будто, блин, в жопе пробка. Еще вот эти провалы, смотрите. Где я? Я вообще понятия не имею, куда идти, что идти. У нас как бы открывается, когда нажимаешь, появляется компас. Заебись под землей бегать. Шикарно. Супер джунгли, ёпта. Давай, восстановили стамину. Оп, опять под землю. Кротиком превратимся. Супер маскировка. Не, нет вообще никого. Отсутствует. Я худею. Это вот, это единственный, который обзор просто уходит, сука, прям впустую. А что самое интересное, что нет ни обучалок, нет ничего. Как хочешь, так и живи. Что-то я слышал, не? Кровь прошла, кстати. Ветра, тайфуны. Сделали огромный мир, но не учли многие нюансы на самом деле. Так, а есть как-то выйти, посмотреть. Так, так. Интересно глянуть. Так, финсервер. Есть просто обучающий какой-нибудь. 33 игрока, бля, я ни одного не нашел. А нет, одного нашел, когда этим играл, мне пиздюлей дали, а так. Но мы только посмотрели, по сути, на мир больше я. А вот Sandbox. Ну это выживание.
Короче, я не знаю. В атмосфере, ну, неплохо, можно, но слишком многое, что не учли, отсутствие того же, да даже того же онлайна, ладно. Невозможно никого найти, как играть, как выживать, как наслаждаться. Если лес пустой, вообще абсолютно пустой. Джунгли пустые, все пустое. Не знаю. А, опять везде реклама, а везде все переходится непонятно куда. В любом случае, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. С вами был Хайл Хант, ребятки. Всем спасибо, всем пока.